тишу. В ката тишу ке, тишу учи. Удачи, думаю, будет удачи, да? Шока приду, да, движение при атаке. Там, ну, чудом, чудом, значит, поставится блок. И тишу учи. Значит, в данном случае может быть и фури на ката как, в ката у нас. Может быть и прямой удар. В данном случае тишу. Другой рукой. Я блок ставлю, так, так, тыщу. Также закрывающая атака, закрывающая и практически по прямой линии, и круговая атака. Задней рукой. Я блок ставлю, потом сразу наношу удар. Можно обратить внимание, что форма ладони, в данном случае, короче, Т, Дион, горизонтально. То есть у нас рука, все, что снизу, ладошкой пальцы вниз. Средний уровень чудом, делаем вот так.